Разбирать двигатели автомобилей, шить и печь рогалики учатся воспитанники центра «Жемчужина» и дети, которых взяли на воспитание в семьи. Для многих хобби становится профессией. Почему ребятам нравятся такие кружки и как преподаватели находят общий язык с детьми, узнала Анна Братушкина. Диме 13 лет, но с профессией он определился уже давно. Хочет быть автомехаником. Уже многое умеет. Менять колеса на автомобиле, разбирать двигатель, менять масло. Этому мальчик научился в новой мастерской центра «Жемчужина». Мне нравится заниматься в этой мастерской. Это очень даже, так сказать, увлекательно. В будущем я бы хотел поступить в автотранспортный колледж, чтобы обеспечить себя и семью в будущем. Здесь же в центре осваивают и другие профессии. Воспитанники учатся шить, готовить, стричь и делать прически. Есть в «Жемчужине» и военно-спортивный клуб. Воспитанники с нетерпением ждут весны, чтобы заниматься на новой полосе препятствий. Для многих детей кружки – это не просто хобби, а дело всей жизни. Работая уже в центре допрофессиональной подготовки, они получают первоначальные навыки, которые потом им помогают в дальнейшем способствуют дальнейшей учебе, подготовке к самостоятельной жизни. Вот в прошлом году мы выпустили 12 выпускников. Из них 9 человек пошли именно по направлению тем, которые они получали в нашем центре. В мастерских занимаются не только воспитанники центра, но и дети из замещающих семей. Сегодня, например, пекут рогалики с яблочным джемом. Понадобится тесто. Ну, мы делаем по технологичке и дальше уже добавляем джем. Преподаватели для детей не только учителя, но и наставники и даже примеры для подражания. Ребята на самом деле очень заинтересованы. Самое классное, что у нас с ними уровень взаимопонимания очень высокий. Это я сам был когда-то сложным подростком, то есть вел какой-то такой образ жизни, который бы был очень, так скажем, далек от хорошего образа жизни. В жизни мне это помогло, именно любовь к автомобилям. В будущем в центре хотят сделать эко-мастерскую, благо теплицы здесь уже есть. Детей научат работать с гидрой и аэропоникой, выращивать овощи и декоративные растения. Анна Братушкина и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.